огромное количество вопросов к нам приходит. Скажите, пожалуйста, ну вот самый насущный, наверное, вопрос. Конец света. Ваше мнение, вот как аналитик. Когда, знаете, мы календарь мая, и нет, мы не будем спички, консервы, Далай-Лама, свет не будет, фотоны, фонарь включил, кто? Никого. И когда ты сидишь и... Кто, алло? Ничего, и страшно, но каждый человек, прежде всего, 28 год, когда мы не будем запускать, и... а потом, оп, пресса, и что? Никому, никогда, ничего не было нужно. КамАЗ. Да. Значит, 18 тысяч, красный, желтый, яркий, маска. В руки берешь, а потом, алло, Сечин, что? Никому. Дети, маленькие. Мама, мама, мама. К вопросу... Мы не можем. Да. Нет, это понятно. Да. Это понятно. Вот после первого нашего выпуска пришло еще больше писем с вопросами. С одной стороны, люди все поняли, с другой ничего не понимают. Когда просто человек, Дарвин, да, он там идет туда. Но на самом деле биологический факультет, да, Николай Степанович. Нет, ну не надо, вот здесь вы... Но согласитесь, это не... А 36-й год? А, 4... а когда вызывали, и мать стоит, плачет, она плачет, а потом... А мы не знали, а мы не знали. Я, потому что нужен министр. А что министр? А что он министр? Ничего. Согласен. Потому что китайцы, да, так. Когда... Сколько? 800. Но оно, понимаете, оно не может развиваться постоянно. Это жидкость, понимаете? По любому пути идет только продолженный... По регрессу. Марья Васильевна, помните, когда вот эти все... Мы хотим! Кому? И ты понимаешь, что никому! Ну вот здесь я не совсем понял, если честно. Как бы вам это... Точнее, когда каждый... Ведь... Маленькая, вот эта страна, которая там пучи, да? Ну там храм такой же. А мы не такие. Нам надо, чтобы один, два, три, четыре. Картофель, картофель. Есть. Есть же, блин. Конечно.